Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года. Послание народу Казахстана. Государственная программа развития образования. Внедрение принципов корпоративного управления и общественного наблюдения за развитием образования с помощью попечительских советов позволит снизить уровень коррупции, обеспечить прозрачность управления и повысить контроль за использованием финансовых средств. Родители получат возможность полноправного участия в образовании своих детей. Вхождение национальных аккредитационных органов в Европейский реестр агентств гарантии качества и их соответствие международным стандартам предоставит возможность выйти на мировой уровень и конкурировать с ведущими зарубежными университетами. Четкая иерархия и классификация вузов в зависимости от образовательных программ и объема научных работ позволит определить приоритеты финансирования и государственной поддержки, а также выявит степень важности развития того или иного направления в системе образования страны. С 2015 года ведущее высшее учебное заведение Казахстана Назарбаев университет будет выпускать высокопрофессиональных специалистов и молодых ученых. Задачей минимум для новой государственной программы является выход на мировой уровень двух национальных университетов уже к 2020 году. Мы должны добиться предоставления качественных услуг образования по всей стране на уровне мировых стандартов. Новый социальный поворот.